Первым соревновательным номером новой команды на Тинькофф Кубке Первого канала являются обладатели 4-го места на чемпионате России Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Очень чисто по элементам откатали, очень чисто. И с тем, что это короткая программа, короткую нужно катать чисто. Ну, во всяком случае, им, конечно, не поставят больше, чем. Ну, по технической оценке сейчас больше. По технической оценке точно больше. Они катались очень хорошо. Ну, немножко можно было. Но сейчас мы узнаем, с чем связан этот недостаток скорости. Может быть, это нам визуально со стороны так показалось. Во всяком случае, Максим Траньков, который обязательно задаст вопросы Ясмине с Валерием, обязательно постарается вытянуть их на эмоции. Параллельный тройной сальхов здорово исполнили эти спортсмены. И даже Тамара Николаевна аплодирует своим ученикам. Ну а почему нельзя аплодировать? Прекрасно! Когда они делают то, о чем ты мечтал. Ясмина Кадырова, Валерий Колесов. Их чистейшая короткая программа. Ребят, ну как вам у вас? Присаживайтесь, одевайте наши замечательные командные кофты. И рассказывайте, как вам дебют, как вам у нас вообще на Кубке Первого канала. Вы же первый раз. Ну, мы сели в Кисный край, сразу надели белые кофты, потому что костюмы-то красные, чтобы ничего не подумали. Нам приятно выступить здесь. Тогда у меня вопрос к Тамаре Николаевне. Что не так с вашей кофтой сегодня? А я всегда красная, потому что красный самый любимый цвет. Говорят, все дураки любят красное, и я в том числе. На этой замечательной ноте ждем оценок.
Хороший шанс сейчас у команды синих. У нас не догонит выйти вперед. Нет, чуть-чуть отстают пока. Кадырова-Колесов по-прежнему впереди. Красная машина.